каждый раз. Знаете, у нас команда молода, у нас опыта нет много. Мы надо использовать энергию, надо использовать скорость. И если возможно играть с каком хорошим концентрацией. Сегодня так был в втором тайме, в первом нет. Был чуть-чуть сложно, но я думаю, так был всем командам. У нас капитан имел сначала там проблем с температурой, несколько дней тренироваться, потом какую травму тогда он, я не знаю, если он доработал две тренировки. То же самое несколько игроков там, как бывает с нами, был с первой командой. Для нас это все нормально, но у нас был 9-10 игроков, 11, и у нас не была оптимальная форма, но это очень важно, победа для нас. Нам не привыкать, каждая игра почти сложна в Суперлиге 1. Главное терпеть до конца, продолжать играть свою игру. Тренер руководил, подсказывал. Я считаю, что заслужили сегодня победу. Достаточно большой перерыв, конечно, но тренерский штаб грамотно распределил дни тренировочного процесса. Мы набрали форму, конечно, не оптимальную, но ее хватило для победы над Новосибирском.